Приветствую вас на канале Мастер Новатор, и тема сегодняшнего видео — доработка или модернизация вот такого классического фильтра грубой очистки. У меня в распоряжении имеется фильтр грубой очистки полипропиленовый, но не принципиально. Аналогичным образом можно доработать как полипропиленовый, так и латунный фильтр грубой очистки. Их конструкция в целом абсолютно идентична. Внутри корпуса с резьбой находится сеточка, ну и, соответственно, резьбовая крышечка. Итак, приступаем к доработке. Первым делом беру небольшой отрезок полипропиленовой трубы 20 диаметра. Также мне понадобится латунная футарка. А кроме того, шестигранник на 12, емкость с холодной водой. Включаю и прогреваю паяльник для сварки полипропилена и на его корпусе располагаю футарку для нагрева. Итак, футарка нагрелась, снимаю ее с корпуса паяльника, беру полипропиленовую трубу и запрессовываю трубу внутрь футарки. Примерно так. Затем берем холодную воду и охлаждаем футарку в холодной воде. Так, далее футарку выкручиваем. С одной стороны у нас получается вот такая, соответственно, резьба. В то же время футарку снова помещаем на корпус паяльника для повторного прогрева и формирования резьбы. С другой стороны отрезка полипропилена. Дальше делаем следующее. Снова снимаем футарку с паяльника. Она, соответственно, нагрелась. Запрессовываем трубу внутрь футарки до упора. И снова опускаю в холодную воду для охлаждения. Затем выкручиваем футарку. Получаем, соответственно, вот такую вторую резьбу. Далее беру шестигранник и также нагреваю его на корпусе паяльника для сварки полипропилена. После того, как шестигранник прогрелся, снимаю его с корпуса паяльника, фиксирую пассатижами и вот таким образом вставляю внутрь трубы и прокручиваю трубу, тем самым увеличивая проходное сечение, чтобы можно было вставить туда, соответственно, сеточку. Для того, чтобы довести внутренний диаметр полипропиленовой трубы до необходимого, использую пассатижи. Вот таким образом проворачиваю трубу, вставив одну из губок пассатижей и, соответственно, внутренний диаметр потихонечку уменьшается. В итоге получается так. Теперь сеточка свободно входит внутрь 20-й полипропиленовой трубы и можно собирать наш фильтр грубой очистки. Итак, установил сеточку на свое место. Теперь вместо крышки прикручиваю наш отрезок полипропиленовой трубы. Итак, отрезок полипропилена отлично вкрутился вместо крышки фильтра грубой очистки, а с другой стороны отрезка полипропилена прикручиваю, соответственно, шаровой кран. Таким образом, получается так. На этом моя доработка фильтра грубой очистки закончена. По сути, из обычного фильтра у меня получился самопромывной фильтр. Теперь для того, чтобы промыть сеточку, достаточно время от времени открывать шаровой кран и потоком воды вымывать накопившуюся грязь. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!